И всем привет, с вами Брис, и сегодня у нас первый ролик с ответами на вопросы. Я, честно говоря, очень долго никак не могла сделать его, но вопросов накопилось действительно очень много. Не на каждый из них я могу ответить на стриме, потому что, ну, они довольно длинные, иногда я очень сильно туплю, а некоторые просто задаются слишком часто, и поэтому было решено сделать подобный формат. Надеюсь, я подобные ролики смогу выпускать почаще, чтобы радовать вас. Ну и постараюсь его сделать, наверное, подольше. Я сделала пост на ютубе, куда вы скидывали свои вопросы, и я очень-очень рада, что их действительно довольно много. Естественно, я сначала отвечу на самые популярные и часто задаваемые. Поговорим сегодня про ютуб, про рисование, про меня, немножечко про осов. И чтобы это хоть как-то чуть-чуть упорядочить, первая половина ролика будет как раз, ну, про основную тематику, про то, чем я занимаюсь, а уже вторая половина будет про осов, чтобы, ну, не перескакивать туда-сюда вам. Ну, ребят, мы с вами начинаем. Как ты относишься к срисованию поз 3D-моделек? Своих или сделанных Magic Pose. На самом деле вопросов про 3D-модельки действительно было очень и очень много. Я думаю, что эта тема слишком большая для того, чтобы отвечать на ней вот так коротко. Поэтому я уже очень давно планировала сделать ролик про 3D-модельки, и я обязательно сделаю. Но если кратко, то нормально. Почему я так говорю и как этим всем пользоваться, я честно постараюсь сделать видео. Что для тебя самое сложное в рисовании? Опять же, про рисование очень-очень-очень много кто спрашивает, и я выбрала как раз эти вопросы, потому что они на самом деле действительно самые часто задаваемые, поэтому я по ним и пройдусь. Честно говоря, самое сложное для меня в рисовании — это придумать саму идею. Если нет вдохновения, то это очень тяжело. Само собой, ее наскетчить. Я с недавних пор начала делать все без построения, использую деформацию в программе, что-то там перемещаю постоянно. Короче, делаю полную фигню, и да, конечно, было бы, наверное, проще делать с построением, но мне почему-то захотелось попробовать так. И теперь для меня это самое сложное, я теперь очень много времени трачу на скетчи, но зато теперь они ровные. Знают ли твои знакомые и друзья о канале? Большинство моих знакомых со мной познакомились уже после того, как я завела канал. Но у меня есть знакомые, с которыми я дружила и до этого, и да, они знают, тот же ваш Боба, Бива, они были, скажем так, мы все дружили, да, и они нас очень сильно поддерживали в этом плане, и теперь такие, йоу, у нас есть друзья-блогеры, короче, пользуются своим положением. Как пришла идея создания совместного канала с Перпин? Я очень сильно хотела свой собственный канал, но я очень стеснялась. Скажем так, я хотела делать тупые шутки, тупые видосы, естественно, этот формат не для всех, но мне просто тогда показалось это самым простым вариантом, но тупо шутить самостоятельно я не умею. Я превращаюсь в клоуна только когда нахожусь рядом с близким человеком. Именно поэтому мой канал отдельный, он без таких тупых шуток. Просто потому что я не могу. Я действительно стесняюсь, я закрываюсь себе даже наедине с собой. И я решила, что будет здорово позвать кого-то. Свободных друзей, как бы на тот момент не было, была только Перпина, я такая, ну, была не была, я думаю, мы можем с ней сработаться. Ну, в общем-то, как-то так. Есть ли на данный момент в твоем стиле что-то, что не нравится именно тебе? Я бы пошутила, что весь стиль сам по себе мне не нравится, но это будет слишком жестко. Дело в том, что я не знаю, в каком направлении мне стоит двигаться. Вот, знаете, у большинства, наверное, есть какие-то любимые художники, и ты смотришь, типа, блин, хочу рисовать как он. А у меня такой художник, если честно, он тоже есть, но я понимаю, что как он рисовать я никогда не смогу, потому что, ну, просто потому что. Это будет слишком долго для объяснения. И на самом деле, я сама не знаю, в какую сторону я хочу идти. Я плыву просто по течению в надежде, что стиль сам разовьется во что-то годное. Но если говорить прямо, то я бы хотела поменять как-то рисовку волос, но я совсем не понимаю, что именно я хочу, поэтому я просто по-тихому стараюсь добавлять какие-то новые детали в волосы, и примерно поэтому у меня у персонажей меняются прически. Типа, конечно, по сюжету они вроде как не меняются, но я пытаюсь как-то по стилистике их поменять. Волосы, и если честно, то я хочу рисовать более разнообразные лица. Ну, в общем, какое-то разнообразие внести, но пока с этим туго идет, но я стараюсь. Я смотрела множество видео с твоим мнением по поводу чего-либо, критики, сью и прочее. Вопрос, было ли у тебя когда-то другое мнение насчет всего этого? Я никогда сильно не любила критику,
Наверное, потому что у меня это как-то с детства. Мои родители часто были недовольны тем, что я делаю. Не то, что я сейчас тут жалуюсь, нет, просто я поняла, что я не хочу это слышать. Если человеку не нравится, он может промолчать. Это просто тактичность. И я весьма тактичный человек. Я сама не хотела бы никому говорить подобные вещи, и я их действительно не говорю. А я живу по этому вашему старомодному принципу: относись к людям так же, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, но, естественно, я хочу сказать, что он не работает, так что можете не пытаться, к сожалению, да, к сожалению, люди, они считают, что их мнение, ну, самое важное, самое прикольное, и им нужно поделиться. Насчет Сью у меня нет конкретно четкого мнения, я никогда не против каких-то сьюшных персонажей, потому что их в аниме тоже довольно много, типа, главное это грамотно преподнести все. Когда дети развлекаются и создают себе сьюшных персонажей, нужно просто помнить, что им это нравится, почему им не давать развивать свою фантазию, в чем прикол запрещать? Когда-то он вырастет, и персонаж вырастет тоже, а если не вырастет, ну, какая разница, это же ведь не ваш персонаж, верно? Сколько ты рисуешь осознанно? Осознанно я рисую уже 5 лет, и первые года 3-3,5 я это делала, ну, пусть и осознанно, но, скажем так, очень сильно на отвали. Я это делала просто потому, что мне это нравилось делать, и как бы больше ничего такого. Я не сидела, не парилась, не думала о том, что надо там учиться чему-то или что-то такое, просто рисовала. А вот последний год, полтора, наверное, даже все-таки год, а может даже и полгода. В общем-то, я взялась за это очень сильно основательно, потому что канал начал расти, и мне не нравилось на тот момент, что канал растет, а я не расту. И теперь я это уже исправила, я действительно очень сильно прогресснула, потому что физически невозможно не прогресснуть, если ты постоянно рисуешь. Я очень-очень-очень много рисую. Мне кажется, у меня уже скоро начнутся проблемы со здоровьем из-за того, насколько много я сижу у компьютера. И нравится ли тебе твоя работа? Очевидно, нравится, я ее выбрала, я к ней очень долго шла. Я делала все, чтобы это получилось, и ура, наконец-то это получилось. Прежде чем стать художником, кем ты себя видел, по какой профессии хотела работать? Вообще, честно говоря, я не хотела работать вообще. Я довольно ленивая, и я не хотела ничего делать, кроме как заниматься своими хобби. Но поскольку профессию типа надо иметь, родители говорили, что это нужно, я решила, что хочу быть переводчиком, потому что мне нравился английский, и я хотела изучать японский. Меня даже в свое время отправили на изучение японского, но это вообще очень тупая история, в общем-то я его бросила. И не потому, что он мне не нравился. Я, в общем-то, очень сильно жалею, что бросила, правда. Если была возможность, я бы пошла его учить заново, но как вышло, так вышло. И я хотела быть еще кондитером, потому что я люблю выпекать. Я не умею готовить, но делать всякие пирожные, булочки я умею. Но делаю я это очень-очень-очень редко. Как ты познакомилась с Бибой и Бобой? Я знаю, что вам кажется, что эти ребята взаимосвязаны, но Биба и Боба — это просто, скажем так, прикол. Очевидно, что он просто вышел из-под контроля. Они как бы дружат, но не то чтобы постоянно 24/7 общаются вместе. И познакомилась я с ними абсолютно в разное время. Биба мой, скажем так, друг в реале, он типа постоянно рядом, мы видимся. А Боба, он живет далеко, это, так скажем, интернет-друг. И мы с ним познакомились, когда записывали видос по Among Us. Вот этот видос, это самое первое с ним наше знакомство. Мы тогда попросили Куму собрать нам людей для того, чтобы поиграть в Among Us. И мы не сказали, что мы записываем их просто потому, что камон, так будет неинтересно. И плюс канал тогда был супер маленьким. И потом, когда мы закончили этот видос, мы его разослали всем тем, кто там был. Потому что это было, ну, просто смешно. А те люди его разослали своим друзьям. И как бы вот так вот и началась наша, наверное, карьера отчасти. И с теми людьми, с большинства из них, точнее, мы не общаемся. Это была, так сказать, одноразовая акция. А Лёха, он остался с нами надолго. Тут нету этого вопроса, я его просто не могу найти. Но я знаю, что их было очень много. Люди постоянно спрашивают про то, на каком планшете я рисую, какие планшеты я могу посоветовать. И уже на момент выхода этого ролика на канале есть видео про планшеты. И там рассказывается про планшет, на котором я сейчас рисую. Так что если вас интересует этот вопрос, вы можете просто посмотреть предыдущий ролик, если вы его не видели. И по поводу программ тоже были вопросы. На данный момент я рисую в Clip Studio.
и я пробовала рисовать в фотошопе, и я рисовала очень долго в Sai. Из Sai я ушла, потому что там маленький функционал. Эта программа простая, для, особенно для новичков, но когда я поняла, что хочу делать комикс, я решила, что мне нужна программа помощнее, которая будет тянуть и в которой будут все необходимые мне функции, и мне не придется механическую работу делать самостоятельно. И я ушла из Sai, плюс в Sai мало функций по постобработке, а это мое самое любимое, ну и все такое. А Photoshop, он очень тяжелый, он просто очень тяжелый для компьютера, поэтому в Photoshop я проработала совсем ничего, я так в нем и не научилась рисовать. А это у нас очень длинный вопрос. Многие художники сталкиваются с разными проблемами, связанными с рисованием арт-блоки, сравнением своих работ с чужими, вина за то, что не тратит свое свободное время на арты и тому подобное. Вроде как в таких ситуациях очень помогает психиатр. Был ли у тебя подобный опыт жизни? Если я скажу, что у меня есть друг, который меня очень сильно хочет отправить к психиатру, вы мне поверите? Он считает, что у меня очень много проблем, и его единственное желание — это отправить меня уже наконец-то полечиться. У меня нет тормозов, и если я хочу чего-то добиться, я сажусь это и делаю. И на данный момент я хочу добиться многого в рисовании, и поэтому я много рисую. Кто-то скажет: «Вау, это здорово, ты молодец». Может быть, я действительно молодец, но еще раз, это очень плохо. У меня достаточно большие проблемы в реальной жизни, и я пытаюсь убежать от них с помощью работы. Я постоянно работаю и устаю. Артблоки в таких ситуациях просто не редкость, потому что ты много рисуешь, идеи заканчиваются, иногда ты не можешь взять стилус в руки и такой: ё-моё. Как с этим справляюсь? Просто иду дальше работать. Я знаю, что это плохой совет. Это действительно отвратительный совет, но у меня просто нет выбора. Мне кажется, что если я остановлюсь, то я потеряю весь прогресс, и поэтому я стараюсь не останавливаться. А свои работы с чужими я не сравниваю. Я сравниваю свои работы со своими предыдущими работами. Почему ты не пользуешься референсами, когда рисуешь арт? Я не знаю, с чего все эти люди решили, что я не пользуюсь референсами. Наверное, потому что я не открываю их никогда на спидпейнте. Но до того, как у меня появился второй монитор, я их открывала на телефоне, либо смотрела заранее. Теперь у меня есть второй монитор, и я все референсы просто открываю на нем, чтобы картинки не мешали. К тому же на спидпейнты иногда действительно попадали референсы, например, персонажей, когда я их рисовала, так что я ими все-таки пользуюсь. Как относишься к людям, которые пишут вещи, в которых ты не нуждаешься, но человек не хотел тебя этим обидеть или не знал отношения к этому? Я лично просто игнорирую, либо если это, например, комментарий не под видео, то я его удаляю просто, чтобы не видеть его, я не хотела бы просто видеть негатив. Все комментарии под роликами я оставляю, я их не модерирую, ну, в том плане, что я не удаляю негативные хейтерские комменты, потому что, ну, у всех людей есть хейтеры, это, конечно, не очень нормально, но, к сожалению, это правда. Поэтому просто игнорируйте то, что вам не нравится, и все. Итак, ребят, уже вопросов очень много накопилось, поэтому я думаю, будет правильно перейти к вопросам по персонажам и по комиксу. Насколько длинный планируешь комикс? Примерное количество глав? Ну, смотрите, это очень сложный вопрос. Дело в том, что я не могу примерно просчитать количество глав. Но давайте я вам попробую объяснить, сколько по времени будет происходить вся вот эта фигня. Дело в том, что весь сюжет комикса влазит в 2.5 года комиксного времени. То есть там будет 2 года обучения, каникулы, ну, в общем, вот это вот все. Сколько это займет времени, сколько займет это глав, я без понятия. Как долго ты работаешь над комиксом? Отличается ли его первая задумка от финальной версии? Ну, работа над комиксом я не то чтобы очень долго, я его рисую всего год, и там 2.5 главы. Но я его начинала рисовать еще до этого, но, увы, не смогла закончить. Мне не хватило мотивации. В этот раз я начала набирать аудиторию вместе с тем, как начала делать комикс, и, типа, нашлись люди, которым это стало интересно, и мотивация, она появилась, и я смогла закончить аж 2 главы, это много, между прочим. Отличается ли его задумка от финальной версии? Очень-очень сильно. Дело в том, что сейчас там 2 главных героя, это Бриз и Блэйд, собственно, но раньше главным героем была только Бриз, Блэйда там вообще не было, и история должна была быть скорее про несчастную любовь, и закончится все должно было очень и очень плохо.
Это не значит, что этот комик закончится хорошо, это не спойлер, что типа я решила изменить концовку, это как бы суть того, что я хотела заставить персонажа страдать, мучиться, и в конце... Вы поняли. Мы на ютубе, ребят, поэтому да, финальная и канонная версия совершенно не такая. Каким изначально был возраст Бриз? Это очень легкий вопрос, потому что ее возраст, он стабилен так же, как ее внешность. Ей изначально было 18, потом я решила, что ей надо сделать 19, потому что 18 это как-то банально и не солидно. Но по итогу я вновь вернулась к тому, что ей теперь 18. Да, это буквально все, что было. Было ли такое, что твоих персонажей путали с фандомными? А когда ты говорил, что это не так, то тебе не верили, или типа того. Эта ситуация произошла максимально недавно. Был у меня скетч, где Брис сидела со своим братом, и они играли в видеоигры, вот он на экране, и я его делала абсолютно не задумываясь, просто по приколу, потому что мне пришла идея, и я хотела быстренько это сделать. И я не знаю почему, но очень-очень много людей из рекомендаций почему-то подумали, что это Салли и Ларри из игры Салли Фейс. Естественно, мои аргументы, что типа это не похоже, их не переубедили. Как долго ты создавала каждого из персонажей? Я всех персонажей продумываю долго, просто потому что мне нравится думать о них. Поэтому я не могу точно ответить на вопрос, но, естественно, самую долго, кого я больше всего продумывала, это Бриз, просто потому что ее история довольно сильно менялась. И это самый первый Оз, который жив до сих пор. Как-то так. Сколько персонажей было до Бриз и сколько историй было до Лета, которые не забыть. Дело в том, что персонажей до Бриз было много, но все они были какими-то фандомными осами и не выходили за рамки фандомов, в общем-то. Бриз стала моим первым полноценным осом с полноценной своей историей, которая не относилась ни к какому фандому вообще и ничем подобным не была вдохновлена. Поэтому можно сказать, что это мой самый-самый первый ос. А отвечая на вторую часть вопроса, тоже много. Но все, еще раз, я уже сказала, были частью какого-то фандома. Это не были самостоятельными историями. А сколько уже изменений канон мой пережил, их тоже было очень много. Чего там только не было. Опять вопрос про Бриз. Вопросов про Бриз очень много, я извиняюсь. Твой Бриз очень много часто хейтит за ее нестандартную внешность. Были ли когда-нибудь мысли, что тебе надо ее поменять из-за мнения людей? Честно, нет. Я никогда не хотела менять своего собственного комфортного персонажа, потому что, камон, мне она нравится, это мой персонаж, почему я должна что-то менять? А затем, абсолютно вот недавно, честно даже скажу, на этой неделе мне пришла в голову мысль, что Бриз перестали хейтить, ну, точнее, не перестали, хейта просто стало намного-намного меньше, чем было после того, как я стала лучше рисовать. И до меня дошло, что хейтили ее как раз из-за того, что я ее рисовала плохо, и цвета тоже подбирала не очень хорошие. Теперь, как я и все немножечко поменяла, чисто из-за стилистики рисования, все стало проще, к ней стали люди относиться проще, так что лично мне кажется, что все это было лишь из-за моего низкого скилла, а теперь он тоже не то чтобы очень сильно высокий, но хотя бы она выглядит поприятнее глазу, я хотела сказать именно это. Ну, ребят, закончим мы с вами вот на этом вот большом вопросе. Как ты создавала персонажей в плане их надобности в сюжете? Например, как ты поняла, что для истории тебе нужен Серега и Присцилла? Присцилла была создана вместе с Бриз и вместе с Блейз. Как я уже говорила, вся семья Камур была создана буквально в один день, но Бриз я нарисовала самую первую, потому что она типа главная героиня. Присцилла нужна для того, чтобы двигать сюжет, и для того, чтобы Бриз было на кого свою злость вымещать, скажем так. Вы поймете потом, о чем я. Как же появился Серега? Это тоже довольно сложный вопрос, но Серега шел в комплекте с Блейдом, а они тоже придумывались плюс-минус в одно время. Но Серега очень долго не был прописанным персонажем. Он был просто веселым, забавным парнем, который шел в комплекте к угрюмому парню. И как бы это вся была его надобность. Но затем я решила, что я хочу его раскрыть полноценно и уделить ему внимание, потому что мне он понравился. Я поняла, что он просто более глубокий, чем я его представляла. И я его прописала полноценно. И как видите, я это сделала не зря. Теперь Серега почему-то всем очень сильно нравится. Когда Мари появится в сюжете и появится ли она вообще? Мари обязательно появится в сюжете. Когда? Примерно 3-4 глава. Думаю, где-то так. Ну, в общем, ребят, вопросов там было очень много. Я знаю, что вы хотели бы увидеть больше, но там 200-250 вопросов. Я на всех не отвечу, я уже записываюсь полчаса. Я специально сделала этот ролик подольше, чтобы вы могли побольше послушать. Если вам интересен этот формат, обязательно
обязательно пишите, пишите свое мнение, и если вам зайдет, то я буду делать подобные ролики почаще. Спасибо всем большое за вопросы, приходите на стримы, потому что там я могу поотвечать на какие-то несложные вопросы, не отвлекаясь слишком сильно. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, инст, твиттер, ВК, абсолютно на все. Всем отличнейшего дня и всем пока.